Здравствуйте, ребята! Ну давайте, располагайтесь поудобнее. Сегодня мы с вами послушаем сказку, которая называется «Капризная кошка». Автор Владимир Сутеев. Девочка сидела за столом и рисовала картинки. Вдруг пришла полосатая кошка и стала смотреть, что делает девочка. «Что ты делаешь?» – спросила любопытная кошка. «Я рисую для тебя домик», – сказала девочка. «Смотри, вот крыша, вот труба на ней, а это дверь». «А что я буду там делать?» «Будешь печку топить, кашу варить». И девочка нарисовала, как из трубы домика идет дым. «А где окошко? Ведь кошка прыгает в окошко». «Вот тебе окошки. Раз, два, три, четыре», – сказала девочка и нарисовала четыре окна. «А где я гулять буду?» «Вот тут». Девочка нарисовала забор вокруг домика. «Это будет сад», – сказала она. Кошка посмотрела и фыркнула. «Какой же это сад? Тут ничего нет». «Подожди», – сказала девочка. «Вот тебе клумба с цветами, вот яблоня с яблоками, а здесь огород. Тут морковка растет и капуста растет». «Капуста?» – поморщилась кошка. «А где же я буду рыбку ловить?» «Вот здесь». И девочка нарисовала пруд, а в пруду рыбок. «Это хорошо. А птички будут?» – спросила любопытная кошка. «Я люблю птичек». «Будут. Вот тебе курочка, вот тебе петушок, вот гусь, а вот и три цыпленка». Тут кошка вдруг облизнулась, замурлыкала и тихо-тихо спросила. «Ну, а мышки там будут в домике?» «Нет, мышей не будет». «А кто будет мой домик сторожить?» «Его будет сторожить?» Девочка нарисовала будку. «Будет сторожить вот этот Бобик». Кошка даже хвостом дернула, и шерсть у нее почему-то дыбом встала. «Не нравится мне твой домик», – сказала кошка. «Не хочу я там жить». И ушла, будто ее обидели. Вот какая капризная кошка.